сыне, его спасение. Если и под властью единой будете, то пусть крепки, пусть и храбры, пусть и разумны будете. Но правление ваше подобно безумию будет. Ненавидя друг друга, ни родной земле верой правдой служить станете. А иноземным государем шабами будете. Не бывать боярству славному, исконному под петлой последыша князя московского. Власть должна перейти к боярскому царю, чтобы власть с боярами делил, волю боярскую вершил. Не русской земле неведомой, а родам боярским служи. Царю Владимиру крест целуйте. Венцу. Кто? Анастасия? Евпросинь. Анастасия! Моей будешь, от боярца счищу. Моей будешь, тебя на престол возведу. Моей будешь, с тобой вместе царством править буду. Без тебя жизнь не в жизнь. С тобой вместе смерть не в смерть. С тобой на престол и на плаху все одно. Царица моя, московская. Негоже, князь, раньше смерти хранить
не умершего. Иван жив? Бог тебе судья. Жив, Иван. При живом Иване Курбскому не жить. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на Святом Евангелии всем клянусь, служить верой, правдою, наследнику престола законному, царю московскому, Дмитрию Ивановичу. И на том целую крест. Святые дары принесли исцеление. Ты был первым при царе, но еще выше вознесешься. Ибо в час испытания великого ты один делу царскому верным другом остался. Ставлю тебя на самое заветное дело. С Востоком покончено. И ты, Курбский, поведешь войска русской на запад, на Ливонию, к морю. Наши южные рубежи от крымского хана защищать поставлю Алексея Басманова.